Это iFamous, это Ваня Тиши и новый сезон Soul Kitchen прямо здесь. Времена года, парк Горького. Lego. Мы сегодня пытаемся разобраться все-таки, что такое Soul Kitchen. Ну, Soul Kitchen — это кухня, где готовят соул. В моей жизни, как и в жизни любого, я думаю, музыканта в нашей стране, кухня занимает непосредственное место. То есть кухня — это вообще такое творческое место, где рождаются песни. Поэтому Soul Kitchen, вот эта вся атмосфера, это то место, где рождается соул. Атмосфера здесь спокойная, дружественная, музыкальная. Все артисты, которые будут выходить на сцену, они все личности, все они музыканты. Ты как кухни, на вы, на ты? Ну, во-первых, у меня есть альбом Сережи Пицца, который называется «Кухня». С кухней абсолютно на ты, потому что спросите всех моих друзей, они вам скажут, как выглядит моя кухня. Я даже на кухне реже готовлю еду, чем пишу, то есть действительно, потому что лень мне готовить, а вот песни писать никогда не лень. Новый сезон, новая площадка. Что меняется или не меняется? Мне кажется, ну, в Soul Kitchen не столь важно место, где это проходит. В Soul Kitchen важны люди на сцене и люди в зале. Люди на сцене появятся совсем скоро, люди в зале уже есть. Поэтому все, что нужно для хорошей вечеринки, для именно той самой атмосферы, которая была когда-то в Солянке, у нас все есть. А то, что место немножечко, ну, немножечко, как говоря простым языком, не, простым не ходит, да. Помпезное. Помпезное, отличное слово. Помпезное место. Я на П думал, другое то, что я. Помпезное. Я думаю, мы эту помпезность разбавим сегодня, и наоборот, будет очень круто. Все-таки, что такое Soul Kitchen? Тут все понятно. Дословный перевод, я думаю, знает каждый, но для каждого человека это еще и нечто особенное. Для меня лично Soul Kitchen – это дом, и это та возможность, тот этап мой самый первый, который дал мне мощнейшую поддержку, мощнейший стимул и, главное, веру в себя. Новый сезон. Чем он отличается от старых площадок? Действительно, поменялась площадка, немного поменялся формат, но мы видим все те же приятные и знакомые до боли лица, знакомые подушки, пускай уже и новые. Вещи. Свечи, ковры, то есть все осталось тем же, но помещение значительно больше. Изменения, безусловно, есть, поскольку я сегодня пришел, и Ваня говорит, надо дать грязи. Я говорю, в смысле, прям трэп делать? Он такой, да, сделай. Как бы до этого я не мог представить себе, что мне скажут. Ваня так скажет. Да. Но как бы это означает лишь одно, что проект двигается в ногу со временем, сохраняя в себе свою ментальность, свои основные черты и вот эту душевность, присущую ему. Поэтому только дальше, только выше, только больше. Артем, я знаю, ты хорошо знаешь английский язык. И мы сегодня пытаемся разобраться, что же все-таки такое Soul Kitchen. Во-первых, всем привет. И тут резко вопрос, ты стебешься или ну серьезно? Нет, серьезно, серьезно. Потому что многие... Я сейчас врублю умного чувака. Ну, короче, на самом деле все очень просто. Это любой человек поймет, что это в переводе. Но в переводе просто Soul кухня, душевная кухня, это мало. Здесь подразумевается, я так полагаю, очень много факторов. Это отдых, это какая-то простецкая, теплая, дружелюбная обстановка. И самое главное, душевная музыка. Я думаю... Блин, я круто сказал, нет? Сегодня новый сезон. Как ты думаешь, чем-то поменялась атмосфера? То, что я когда сюда зашел, я, ну, реально, честно говоря, я не ожидал, что будет так круто. Мне очень понравилось. Я сразу в Твиттере написал, что народ, подтягивайтесь везде, где мог. К тому, что, ну, реально, место очень крутое. И я очень надеюсь, что здесь постоянно будут толпы народа, здесь будет биток. Я очень боюсь, когда будет холодно. Я надеюсь, что людей это не испугает, и они будут приходить сюда, ну... Правда, здесь круто. Я редко бываю вот прям в таком состоянии, что меня все устраивает. Сейчас меня устраивает, мне очень нравится все. Как ты думаешь, ближе всего, какой перевод этого термина можно подыскать? Я уже над этим вопросом задумывался, когда писал совместный трек с Наником. И уже ответил на него. Поэтому я так придумал. Soul Kitchen – это музыка нашей души. А вообще это, конечно, кухня души. То есть то, где готовятся ингредиенты для нее. Часто ли ты бывал на прошлых Soul Kitchen, в прошлых местах? Ну, я активно влился в Soul Kitchen на уровне Dandy Cafe. То есть Солянку я как бы так немножко пропустил. Я знал, что такое есть, но как бы не бывал. А в Dandy Cafe, как бы рядом с домом, я ходил. Я даже изменений как бы, ну, есть они внешние, там место, там большое, маленькое, много народу, мало народу. Не в этом суть.
эти изменения, они внешние. Потому что там, где Soul Kitchen будет, там будет Soul Kitchen. То есть место не важно. И это уникальная тусовка, поскольку вот именно слово «soul» здесь очень важное. Потому что ребята умудряются держать вот этот дух в любом месте единый. Это делается теми людьми, которые составляют Soul Kitchen, и Ваней на них в первую очередь. За что им респект, конечно. Специально для ifamous.me. Йоу. Как ты думаешь, что такое Soul Kitchen, если перевести этот термин, адаптировать к России? Сначала хотел сказать спасибо iFamous за то интервью, которое вышло. Yo, fellow guys, thank you so much, love. Soul Kitchen, на мой взгляд, это что-то типа того, что когда человек готовит в Америке hamburgers или что-то. Я был в USA, я помню, я выходил из LA клуба и встретил баскетболиста высотой 2 метра. Он вышел из Rolls-Royce Phantom. Оказывается, LA Lakers победили и отмечали свой happy ending, как говорят. So, это, наверное, когда ты вот выходишь из клуба, и там просто стоит барбекю. И то есть они вышли из клуба все, и вот эти вот попы большие, you know what I'm saying? Эти большие баскетболисты, этот flow, и они просто идут и кушают. I mean, Soul Kitchen — это свободное мышление, да? Но здесь больше хип-хопа. Я люблю soul. Я жду, когда появится больше soul-музыки. Hip-hop, man. I love soul, man. You see, I got tight, black and white tight clothes. I mean, soul. Все-таки больше хип-хопа. Здесь больше хип-хопа. Если говорить о людях, которые здесь собрались, они все больше похожи на хипстерс и людей 80-х годов, на наших родителей. You know what I mean? А soul — это все чуть-чуть другая культура, да? Это правильная музыка, это Barry White, это Marvin Gaye, это Luther Vandross, это Stevie Wonder. И хочется услышать вот эти песни, пускай даже они будут remix versions. Более хоповой манере, да? Ритмично, но основа soul. Какие ты видишь отличия, нововведения какие-то, да, которые здесь? Да, конечно. Явно мы, во-первых, находимся на природе. Это дает ощущение какой-то полетности, правильного эмоционального посыла музыки. И очень правильные свечи, люди. Атмосфера хорошая. Мы все скучали по такому мероприятию. И к тому же парк Горького стал хитом. Все ходят сюда, и теперь еще одно замечательное место. И красивый ресторан «Времена года». Артур, расскажи, как ты вообще сюда попал? Ну, во-первых, я приехал посетить Наника, посмотреть на Soul Kitchen. Давно не приходил сюда. Они только возобновились. И всегда приятно послушать своих коллег, друзей, товарищей, как они исполняют. Сейчас вот Илья Аркиреев, я всегда рад его видеть. Как тебе новая площадка, новый сезон? Я пока не посмотрел, но она вроде огромная. Тут можно проводить хорошие тусы. И я думаю, что оно попрет у Наника. Так что удачи тебе, Наник. Что от тебя ждать? Ну, во-первых, ну ты был на съемках, мы выпускаем новый клип «Скрутим, взорвем». Режиссером стал Антон Гилмор, это вместе с моим другом Супер Глеб. Так что он грядет в августе, он выйдет. Это будет, наверное, EP где-то осенью. Ну и буду клепать клипы, выпускать треки. Так что, ну, потихоньку все. Всем привет, это Лил Арчи, специально для ifamous.me. Peace. Что такое Soul Kitchen? Как это перевести на русский язык? Адаптировать? Как? Что это? Soul Kitchen — это то, чего нету в Москве. Да, ну, дословно. Дословно? То, чего нет в Москве. Музыкальный рай. Это сейчас здесь, да? Я надеюсь. Сейчас место совсем прям кардинально отличающееся от того, что было раньше. Но, в принципе, очень приятная энергетика на самом деле. Даже которая прям заряжает, да? То есть ты считаешь, что от места зависит еще многое, то есть Soul Kitchen сейчас зависит от места? Раньше я думал, что нет. Потом я понял, у Soul Kitchen было много домиков. Были хорошие, были не очень. Поэтому я могу сказать, что ну, действительно от места очень много чего зависит. Ты участвовал в «Голодных играх», и ты сейчас на кухне. Как тебе на кухне вообще? Ты чувствуешь себя своим здесь? Да, друзья, самый главный урок, который я вынес из всей этой кухонной истории, это то, что руки должны быть чистыми. Я надеюсь, что у всех ребят, которые сегодня здесь выступают, чистые сердца, руки и белье. С нами Miss Sunday. Тань, скажи мне, ты очень давно уже варишься в этой кухне. Скажи мне, что такое Soul Kitchen? Soul Kitchen в первую очередь для меня
как второй дом. Это место, где ты, куда ты можешь прийти и окунуться в ту музыку, которую ты любишь, встретить своих, ну, друзей, действительно, и музыкальных, и просто. В общем, здесь хорошо. Кто такой Soul Kitchen, если перевести на русский язык? Добро! LB raised me. We was taught how to dig them down crazy.